Мухоморов известно биологам свыше 52 видов. Для лечения используются некоторые определенные виды мухомора. Поскольку гриб это условно ядовитый, то в сыром виде, конечно, использовать его нельзя. Он должен быть приготовлен и используется с целью лечения чаще всего как наружное средство. В виде крема, в виде спиртового настоя, в виде экстракта водного, но в основном наружно. Гриб это очень интересен. Может быть использовано для лечения сердечно-сосудистой системы и наружно тоже может использоваться с этой же целью. Может использоваться для лечения сосудов. То есть любые заболевания сосудов, гемангиомы, расширение вен, склеротические изменения сосудов, может быть использован гриб мухомор. Мухомор известен как очень древнее средство омоложения. Поэтому крем из гриба мухомора может использоваться не только для лечения неприятной и несимпатичной сетки венозной там, на щеках, но и для общего омоложения. Как дневной, как ночной, как крем вокруг глаз. Это одно из замечательнейших средств. История применения и эффективность его доказаны очень давно.